Привет, дорогие друзья. С утра смотрю, что-то пылает. Опять пылает, взрывается. Касательно усика. Опять смотрю средства массовой информации, причем они несут его утверждение о том, что он встанет на сторону монахов, если придут захватывать лавру. И я читаю комментарии, перехожу на профили этих людей, рассматриваю их лица там. Я думал даже вставить в ролик их лица, знаете, но... Ну, подумал, может быть, это неэтично, знаете, ну, там просто катастрофа. И на самом деле, я думаю, что же там такого сказал в этом интервью, и я посмотрел его интервью. И є дійсно багато запитань до вас, в тому числі і стосовно церковних моментів, ну, враховуючи, що ви людина є віруюча, відповідно, люди до вас ставлять запитання. Тобто, йому цей вопрос задали. Это задали вопрос, это была не его инициатива, вот я хочу рассказать о том-то, о том-то, о том-то. В общем, много в интервью было посвящено чисто спортивным вопросам. Но были и такие вопросы, конечно же, и он ответил. Если радикально настроенные люди пойдут захватывать лавру и проявлять насилие к монахам, какими будут действия Александра? Я стану на сторону монахов. И вот здесь вот мне кажется, что теми, у кого сейчас опять пылает, всякие там разные, там тля, которая занесена была восточным ветром в Украину, сейчас уже получила гражданство 2 года и там квакает, ну это регулярно такое происходит. И я просто подумал, ну насколько это вообще нормально, когда эта команда людей, Усик, Гвоздик, Ломаченко, да, когда они реально выигрывают, когда они реально прославляют страну, мы уже об этом много раз говорили. Но сейчас именно, почему вы продолжаете гнать? Вот я читаю аргументы. Усик зарабатывает деньги. Они зарабатывают деньги. Порошенко тоже зарабатывает деньги. Или что вы думаете, что ему просто нравится, да? Но он при этом со скорбной рожей что-то выпрашивает постоянно. А у этих вполне одухотворенные лица, они ничего не выпрашивают, наоборот, ставят на колени своих соперников, скажем так. Ключевое слово здесь. Насилие. Если будет насилие, я встану на сторону слабого, получается, что не устраивает. Или уже планируется насилие, или насилие надо поощрять в отношении этих монахов. Сегодня с утра, отвлекаясь, да, Ольга Шари провела расследование касательно того, что украинские СМИ начали сообщать, включая телеканалы и телеканал Порошенко прямой, начали сообщать, что в доме Павла был проведен когда обыск, там нашли фалоимитаторы. И они об этом сообщают, ссылаясь друг на друга, мы нашли первоисточник, это просто выдумка. Выдумка одного ресурса, который регулярно ставит фейки, то есть это вообще ресурс, на который никто не ссылается. Ну, им надо было куда-то забросить и погнали дальше. Знаете, как написано? Источник в СБУ. А дошло до телеканалов. То есть какого уровня достигло это глушилово? Усик сказал, что встанет на сторону слабых. В чем проблема? Ще про релігію Олег Хрібко. А що Олександр думає по поводу обысков у митрополита Павла? Я об этом не думаю. Вы знаете, когда я задаю вопрос своему духовнику, что происходит и как на это реагировать, и, допустим, когда ко мне обращаются люди с каким-то вопросом, что им сказать, он говорит, говори им простую вещь. Читайте Библию, читайте закон Божий, Евангелие, там все написано. Это лучший совет. На самом деле, люди, которые думают, что Библия – это книжка для бабушек, знаете, у меня всегда у бабушки лежала Библия на столе, но я к ней даже не прикасался, потому что я думал, это что-то такое. Это же для бабушек, знаете, там, мне сразу представлялась рюмочка, сморщенный лимончик, в ней лекарство и рядом Библия. Вот, это не так, на самом деле, это очень свежая книга и всегда свежая. Но вот касательно как раз-таки обыска у Павла. Можно к Павлу по-разному относиться, но то глушилово, которое сейчас употреблено в отношении него, фалоимитаторы нашли. Вы понимаете, эти мрази, у них есть выстроена специальная система, как мочить людей. Изнасилование, педофилия, фалоимитаторы, геи. То есть вот этими вещами они замазывают человека, вещи взятые из воздуха. Просто из воздуха взяли, а потом везде растащили. Ну, мразі, що я можу сказати, і як к ним відноситися, відповідно. З цього ж приводу Сергій Руденко вам пише, як відноситься Олександр Усик к Томасу для Української Православної Церкви? О, этот вопрос в некоторых кругах сейчас равносилен вопросу в свое время, как ты относишься к Коммунистической партии Советского Союза. Ну вот я читаю реакцию людей, если кому-то не нравится, или там кто-то говорит, да мне плевать на этот Томас, что такое Томас? Тебе плевать на нашу партию? Как лично я отношусь. Так. Но если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним,
Если они начнут любить своего ближнего, так как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтобы его давали. Я сомневаюсь, что вот когда он произойдет, или как это говорится, Томас случится, да, что вот это все настанет, Александр. А чи можливо, що в один момент а если так люди зміняться? Нет, не изменятся, ничего не зависит, дадут Томас, да, или не дадут, все зависит только от нас. Томас, да, ну, то есть понятно отношение Александра к Томасу. Но это же наш святой Томас. И поэтому начали рваться пердаки, в том числе и из-за этого. Он же на наш Томас сказал. Это глупости то, что сейчас происходит, потому что мы делим какие-то вещи. Почему я говорю «мы»? Потому что мы все в этом участвуем. Мы что-то делим, постоянно кого-то обвиняем в чем-то. Себя, вот встал утром, в зеркальце посмотрел, улыбнулся на себя красиво. Вот и вини, кого ты там видишь в этом зеркале. Никто не виноват в этом. Он не называет конкретику, кого постоянно обвиняем в своих там неприятностях, что делим. Тоже. Он уходит от конкретики, как от ударов, знаете, как от ударов противника. Порхает, как пчела. Но при этом мы можем понимать, что он имеет в виду. И на вопрос прекрасного ведущего он отвечает тоже прекрасно. А, однак тоді запитання до вас. Можливо, у вас є розуміння, а що нам необхідно робити, аби не роз'єднувати одне одного, строїть. А навпаки об'єднуватися? Строїть. Що? Свою життя. Не нужно показувати кому-то, как мы живем. Нужно показывать себе, как ты живешь, а не кому-то на показ. Мы понтажеры. И это касается ведь опять-таки не личности даже, не личности, а государства. Я не знаю, имел ли он это в виду, но когда я рассказывал о том, как были переброшены локомотивы, которые забрали из области и туда дали какое-то старое абсолютное дерьмо. На самом деле дерьмо, скотовозки, да? Переброшены в Киев, для того, чтобы показать, смотрите-ка, у нас ходит экспресс, хотя они их даже не поремонтировали, и те поломались, да? Вот. Вот это называется понты. Понты для приезжих, не для своих даже. А вот мы покажем им, как у нас классно. И сегодня вот уже Столтенберг сказал, что фу, Украина развивается, ого. Ага. До определенного момента, пока там в моей голове что-то не поменялось, много какими вещами, там, допустим, например, ты покупаешь вещь какую-то там элементарно за 1 копейку, а говоришь, что она стоит, например, 2 копейки. Угу. Или ты говоришь, что да, ну я там, не знаю, 100 раз отожмусь, а ты 100 раз не отожмешься, отожмешься только 50. Сравнение просто прекрасное. Ну, а следующая фраза, вот в принципе, если бы эта фраза вылетела из уст, ну причем она была подкреплена конкретными действиями президента страны, я бы сказал, этот президент правильный. Это я не к тому, что там Усику надо там в политику. Я думаю, как раз таки не надо. Я думаю, как раз таки не стоит. Да? Каждый должен заниматься своим делом. И мы уже видим одного мэра. Ну, это такое. Не будем о грустном. На самом деле, если бы Порошенко относился вот так вот ко всем подданным, хочу сказать. Я представляю страну на многих соревнованиях. И где бы я ни был, я представляю, как украинец свою страну. Естественно, мне, ну, я не разделяю абсолютно людей, ну, там, на какие-то религии или вероисповедания, или политичный. Вот разделение. Разделение – это сейчас, в принципе, основное, что я вижу в Украине. На национальность, на политическую принадлежность. Свой-чужой. Мне сегодня, опять-таки, я читаю этих, ну, неадекватных комментариев, они пишут, да, настоящий сепар. Сепаратизм – это разделение. Сепары – это вы. Вы и есть настоящие сепары. Те люди, которые пытаются разделить. Спорт – объединяющее, да. Есть вещи объединяющие. Хорошее кино может даже объединить. Ну, кино не ваше дерьмовое политическое, которое никто сейчас не смотрит. Там тот в того стрельнул, а тот сепар, а тот это. Никто их не смотрит. Они проваливаются регулярно. А комедия какая-нибудь, которая может всех объединить хотя бы смехом, хорошим настроением, она объединяет. А сепары – это те, кто разделяют. Но что там касательно государства, как помогает спорту? Что делает государство для бокса и спорта? И почему вы тренируетесь вне Украины? Что делает, да? Как-то так очень корректно хочется ответить. Красномовно, знаете. Конечно же, не обошли своим вниманием и вопрос о, как бы их назвать, шавках. Шавках.
с ТСН, Шавка Коломойского, которые бегали постоянно и лаяли-лаяли, пытаясь даже укусить за штанину вопросами дегенеративными. Чей Крым, чей Крым, чей Крым, ава, чей Крым. Запытание Станислава Махотина. Одни журналисты долгое время перед каждым боем Александра регулярно задавали ему провокационные вопросы, явно желая вывести из равновесия. Как вы считаете, это проявление низкого уровня профессионализма или возможен заказ, например, от противника, так сказать, грязные методы борьбы в спорте? Вот первый вариант. И тут я натыкаюсь на неожиданный вопрос. Добре, іще є запитання. Олександр Козачук вас питає, чи дасть Олександр інтерв'ю Анатолію Шарію? Чи були подібні пропозиції? Ні, подібних пропозицій не було. Ну, якщо б предложили, ну, якщо б обратились, мабуть, да, чому ні? Ну, от. На самом деле, я должен сказать, что я не считаю себя интервьюером нужного качества. Ну, вот, то есть, высокого уровня. Все мои интервью, вот я так просматривал, в принципе, это было такое, дружеские такие беседы, да, такие, да, ну, что там у тебя, а у тебя там что, ну, в таком плане, да. Сейчас есть реально сильные интервьюеры, не хочу называть по именам, но это люди, которые, на которых смотришь, думаешь, да, это классно, это классно. Я бы хотел сделать кое-что другое. Кое-что другое. Мне кажется, намного интереснее, намного прикольнее. Намного прикольнее, причем не напряжное абсолютно. И я уверен, убежден, аминь, мы когда-нибудь это однозначно сделаем. Потому что все мы еще молодые, жить будем очень долго. Не таких дел, что я тебе дал 2 гривны, и это добрые дела. Добрые дела – это как ты посмотришь на того, кто круче тебя одет или на круче тачки ездит. Или, возможно, тебя и включишь поворотник на тетачке. И, возможно, тебя толкнул как-то, а ты так отошел. Вот. Сердце будет большое, доброе. Вот мне кажется, что если бы сейчас в христианстве были люди, молодые люди с новым пониманием, они есть. Они есть, я знаю, может быть, где-то ходу не дают, где-то еще кому-то, где-то и там. Вот. Мне кажется, выдержки вот из таких интервью были бы очень полезны даже для демонстрации, там, верующим, да, ну так, не напряжной демонстрации, опять-таки, да, для, это как проповедь, на самом деле, это как не напряжная, третий раз скажу, проповедь, что-то ты пристала ко мне, это не напряжная, потому что смотришь на человека, я понимаю, что он не особо напрягается, знаете, хотя дерьма сейчас выливается немерено, и опять-таки, я могу себе только представить, насколько это ему, наверное, дико, непонятно и, конечно же, обидно. Но, знаешь как, это испытание. Я знаю, что это такое, когда на тебя необоснованно льют дерьмо. Но, как говорится, смиряемся, покоряемся и молимся. Подписываемся еще, чтобы ничего не пропустить. Пока.